Приветствую, друзья. Хочу рассказать вам одно свидетельство потрясающее. Мой же брат на войне находится, там, да, в самых таких вот адских условиях. Вот. Ну, я молюсь же за него, чтобы Господь его оберегал. И вот он рассказал мне вчера историю. Я, конечно, в шоке. Я такого еще не слышал. Короче, идет он по полю. Солнце, жара, огромное поле. Посадка там метров 200 до него. И друг говорит, я слышу жужжание. И смотрю, летит беспилотник. Есть такие маленькие, с такими маленькими, как квадрокоптеры или как-то называются. Вот, и к нему прикреплена бомба. Вот этими беспилотниками маленькими выжигают очень много солдат. Прямо это вот основной убийца на фронте. И говорит, и я смотрю, он летит в мою сторону. Говорит, я понимаю, что я от него никуда деться не могу. До посадки не добежишь, поле огромное. И он говорит, я начинаю бежать со всей силы. И он, говорит, прям гонится за мной. Я, говорит, молюсь всеми молитвами, которые я только знаю и понимаю, все, мне пришел конец. Потому что от таких беспилотников, от них убежать невозможно, попасть в них невозможно. И он говорит, все, я понимаю, сейчас вот я уже умру, пойду, говорит, домой. И вдруг, говорит, я поднимаю глаза и смотрю из ниоткуда, потому что было чистое небо, не видно было, то есть видно было все, не было ни одной птицы. Вдруг, говорит, я вижу, как появляется в небе огромный орел. Говорит, я таких еще в жизни не видел, с таким гигантским размахом крыльев. Это мне мой родной брат рассказывает. И вдруг этот орел хватает когтями со всей мощи этот беспилотник и сбивает его. И, говорит, беспилотник падает на землю и даже не взрывается. И орел, говорит, так плавно поднимается в небо и улетает. И я, говорит, стою в таком шоке, говорит, у меня только одно слово, слово Господи, спасибо тебе за спасение. Вот так вот, друзья мои, Бог хранит наших родных, когда мы молимся за них.